каждой рыбе по своему цифровому фото. Специалисты Вашингтонского университета дали старт интересному проекту. С помощью аппарата компьютерной томографии они планируют отсканировать и построить 3D-модели скелетов всех рыб, вообще обитающих на нашей планете. Задача, конечно, не из легких, учитывая, что уже сейчас науке известны более 25 тысяч видов рыб. И каждый год ихтиологи открывают еще примерно по 500 новых. Ученые под руководством профессора Адама Саммерса долго думали, каким же образом можно перефотографировать обитателей рек и океанов. Процедура сканирования, к всему прочему, еще и не из дешевых. На изображение каждой рыбки приходилось тратить от 500 до 2000 долларов. В итоге преследователи просто скинулись и купили собственный аппарат, такой же, как используют врачи в больницах. Но теперь оцифровка рыб не требует серьезных вложений, а чтобы не занимать собственное время, ученые приглашают присоединяться к их проекту всех любителей ихтиологии.